Погода поки що не вповні весняна, але ми звикли до будь-яких проявів природи, тож можемо створювати відповідний настрій самі. А сьогодні ще й за допомогою друзів із Франції. Французька весна в Україні відбувається за будь-якої погоди, і про це будемо говорити із гостем. Знайомтеся, пан Ерік Тосаті, радник з питань культури та співробітництва і директор Французького інституту в Україні. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, merci. Я вітаю всіх. Доброго дня. Бачу, що ви вже розмовляєте і українською мовою, але розумію, що найбільш зручніше спілкуватися російською. Отже, переходимо на російський язик. Як ваше настроєння в Дніпропетровську, в Україні в цілому? Прекрасно. Це момент, де, ну, чекаємо французьку весну. І весна, в тому числі, весну чекаємо. Но мне кажется, это очень интересный момент в Украине, где культура развивается, не только французская. Уже 12 лет французская культура очень тесно переплетается с украинской культурой, но наша страна сегодня в очень сложном положении. Фактически у нас на Востоке происходит война. Вот не было ли у вас желания ваш фестиваль как-то перенести, переждать? Нет, наоборот, мне кажется, сейчас важнее, чем всегда, именно провести культурные мероприятия. Культура в сложных времен и во время войны – это даже, наверное, самый важный элемент, который может противостоять, что происходит, и тоже создать какую-то единость в обществе. И несмотря на тоже для нас непростой момент организационный и финансовый, по поводу финансов, мы все-таки решили именно провести масштабную французскую весну в Украине и в всех городах, где у нас именно партнеры. Если говорить о том, насколько охотно культурные деятели Франции на сегодняшний день дают согласие ехать в Украину? Вы знаете, я сказал бы, что сейчас Украина стала знакома для французов, наверное, больше, чем это никогда именно Украина не была так популярна и во Франции. Я буду провести потом пару примеров этого. Но почти никто не отказался приехать сюда. И я бы сказал, у нас даже больше спрос сейчас от сторону интеллектуалов, журналистов и художников, чем раньше. Поэтому, вот, несмотря на ситуацию, это... Французская весна в Днепропетровске откроется в Я-галерее, так? Да, и насколько я знаю, совершенно верно. И насколько я знаю, это произойдет 2 апреля. То есть сразу, не знаю, как во Франции, но 1 апреля на постсоветском пространстве отмечают День смеха. Как у вас, кстати, с этим? Ну, у нас тоже это День смеха, День шутки 2, поэтому безопасный день. Ну, мы очень рады именно, что мы смогли с Я-галереей, который это наши партнеры, верный партнер, и в Киеве Павел Гудимов, и здесь хозяин Мартинов. Мы очень рады именно открыть с проектом, который мы представим. Украина будет первая страна, кроме Франции, где этот проект будет продемонстрирован. Да. Ну, давайте поговорим, тогда приоткроем завесу, что интересного, кого увидят жители Днепропетровщины. Вот, это выставка посвящена обложкам придуманной газеты, придуманного газета. Это, вы знаете, конечно, The New Yorker, очень известная газета из Нью-Йорк. И здесь больше сот художников, графистов решили, создали этот проект, как писать обложки о Париже. И там разные темы, с которыми публика будет познакомиться. Речь идет, конечно, о любви, о жизни в Париже, метро, бар, гастрономии. Вот есть главные темы, но в основном интересно, что именно очень много разных художников старались объединить свои усилия. Объединить свои усилия, и одновременно именно есть очень разный вид на Париж, на мечту, которую Париж тоже представляет. Для зрителя. Для зрителя, да.
Фестиваль всегда представляет разные сферы культуры Франции. Это кино, живопись, литература. Вот давайте поговорим об этом. Литература, конечно, в Киеве будет очень важный момент. Это книжный арсенал. Но в том числе, скажем так, литература это тоже главное в других городах. Приезжают сюда. Мы только что провели, как вы знаете, французская неделя франкофонии. Здесь в Днепропетровск был иллюстратор, который нарисовал поэтические книги. Был конкурс франкофонии для франкоговорящих и для тоже тех, которые не владеют французский язык. В рамках сейчас французская весна, французской весны, у нас, как всегда, мы старались тоже представлять как возможно широкий выбор видов искусства. Кроме этого проекта, о котором мы говорили, будет еще выставка, фотографическая выставка, тоже посвящена Париж и точнее Эйфелеву башню. Это очень хороший проект, который мы смогли тоже сделать благодаря нашего французского альянса здесь. Важно, кстати, упоминать, что именно французская весна существует, потому что посольство Франции это поддержает, но тоже потому что у вас в Днепропетровске есть именно крупный французский альянс, который существует уже больше 20 лет, и без этого, культурного центра именно не смогли это сделать. Тогда тоже приглашаю всех, которые еще не были французским альянсом, туда попасть. У нас хорошая библиотека открыта, французские фильмы. Возвращаясь к французской весне, этот проект фотографии. Это молодой фотограф, который именно сделал очень особенный проект. Это фотограф-путешественник, но в этом случае он просто как объект желания решил именно фотографировать Эйфелеву башню. Еще очень важный момент – это музыкальные моменты. Мы сегодня откроем 4 дня классической музыки в Днепропетровске. Это тоже часть или присмак французской весны. Мы в консерватории и совместно с коллегами из Швейцарии, из Германии приглашали сюда молодых, очень хороших музыкантов, которые именно играют, но в том числе тоже сделать мастер-класс. Для нас очень важно именно, что культура, это было, конечно, удовольствие, развлечение, но тоже образование, размышление. И именно создать возможность тоже менять. Обмен. Обмен, это для нас очень важно. И очень надеюсь, что именно эти музыканты, которые сюда приезжают, потом приглашают украинских талантов во Франции, в Германии, в Швейцарии именно, чтобы создать обмен. Обмен, да. Обмен – это главное сейчас. Вы уже не первый год живете в Украине, и я даже перед нашим общением в эфире услышал от вас, что вы начали учить украинский язык именно на Майдане. Вот насколько, говоря исходникам, насколько тяжело учить украинский язык и насколько тяжело учить французский язык, когда ты общаешься в быту? Французский это трудно ценить, хотя это, конечно, французский это прекрасный язык, но там нужно привыкать к этому, что написано и что произносится, это совсем разные вещи. То есть то, что написано и как произносить, это немножко по-другому. Это совсем по-другому. Ну давайте тогда поговорим о том, насколько культура Украины и Франции похожа и в чем их основная разница, на ваш взгляд? Наверное, украинская культура сегодня, и это для нас поразительно,
это культура, которая очень молодая, которая очень, я это имею в виду в положительном смысле, очень стремительно. Мне тоже очень поражает, что сейчас эта культура, искусство почти невозможно от политики разделить, от какое-то именно стремление, ангажмент, мы бы сказали на французском, себя ангажировать. И это очень, я считаю, очень хорошо, что именно гражданство общества, что желание тоже к лучшему, именно в первую очередь это видно в культуре, в литературе, в искусстве. Ну, насколько я понимаю, из того, что вы сказали, то политика или события в той или иной стране, ну, касаемо в данном случае у нас в Украине, она помогает и стимулировать взаимоотношения двух стран, Франции и Украины. Это точно. Я хотел бы провести пример. Впервые будет в этом году украинская весна во Франции. Я очень рад, потому что именно для Франции это культурная политика, это, скажем так, уже давно часть дипломатии. Да? Мы убеждены, что именно через язык, распространение французского языка, через распространение нашей культуры, можно именно тоже укрепить связи, и можно заниматься именно политикой, можно заниматься экономикой. Это для нас именно основа нашей политики. Это, наверное, в других странах еще это по-другому, но именно наша французская весна сейчас, я могу сказать, родилась сына или дочь, точнее, и именно это украинская весна во Франции. Разница какая? Разница о том, что украинская весна во Франции – это не государственный проект, вообще это 100% волонтерский проект. А кто уже, есть ли известно о том, кто поедет из украинских культурных деятелей? Первый, скажем так, потому что сам известный, это композитор Сильвестров. Сильвестров. Он приглашен. Но Влад Троицкий в том числе. И целая команда, это тоже параллельные проекты, которые совпадают. Я хорошо знаю куратора проекта Олега Соснова, который создал этот проект, и поэтому будут выставки, одна в прекрасной готической церкви возле центра Помпиду, будут музыкальный проект с Dach Daughters, Океанельзи, и многие другие. Театр, ну да, что, остается только ждать украинскую весну во Франции и французскую весну в Украине. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Слава Франції! Дякую, слава Україні! Дякую!